portati all'interno della nostra braccia strato ancora da scontare del 20%. Уже в Милане, и настала такая проблема, что я был в первом терминале, а мои родители во втором, и сейчас я добрался до второго терминала на автобусе, и главная задача сейчас встретиться с ними. Итак, сейчас мне нужно найти такой вот только номер 7. Ура! В конечном итоге я все-таки наконец-то нашел походу. Не уверен на 100%, но вот это 5-е. Еще 2 осталось. Садись. Да. В общем, встретился я уже. Так, надо уйти на ужин. Поэтому на заправку не надо. Спустя 4 часа езды на машине, нашим трансфером, мы наконец-то добрались до нашего отеля. Город под названием Пинцово. Еще не были, только зашли, занесли вещи. Но вот что могу показать. Итак, мы уже заселились, сейчас распаковываем вещи и будем идти на ужин. Из-за того, что нам поменяли отель, сказали, что на столе будет стоять вино. Так что попробуем настоящее домашнее вино.